с лапы засела. Окей, все, Саня, жду. Какой смысл с одной девочкой? Да девочка, это твоя самая любимая еще 16-го года. Ну алло. Ну давай совесть будем иметь хоть немного. Ой, Ветик, ты тут вообще уже звезда, тебя тут все уже полюбили, все за тебя спрашивают. Спасибо за розу. Ты из Украины? Да, из Украины. Привет, привет. Девять человек, а мы не можем закрыть цель. А мне сейчас уже свет вырубят. Надо было ее не ставить. Ну ладно. Ну, короче, самый собрец, у меня тут одна соседка. Привет-привет. Привет, а в гости можно? Куда в гости? Можешь трек оценить мной? Приветик, я заскриню и я послушаю. Сейчас. Заскринила. Ты в Запорожье? Нет, я из Краматорска. Сколько тебе лет? Мне 22. Почему не могу сама себе цели закрывать, а? Это был бы очень полезный эфир, я бы сама себе цели закрывала, сама себе лайки ставила. После трансляции делать будешь? Да ничего, у меня света не будет, просто мне потом надо будет часа в два поехать на Будубучи, по-моему, если она правильно называется, встретить там подругу, она из-за границы наконец-то приехала в гости. Можно привет Степан? Привет Степан. Долго свет рубанет? Не знаю. Не знаю. Вообще обещают до трех, а потом с трех там до девяти дать и с девяти до часу выключить. Можно личный контакт? Есть Инстаграм, шапки проще для ТикТока. Привет, привет. Я из Бокчанска. Я не знаю, где это. Короче, сейчас, если резко сейчас затормозит эфир, знаете, это не я. Это у меня вырубили свет. В каком районе? Печерский. Можно потом набрать. А у меня нигде номер телефона не светится. Кордон за Россию. Вам не повезло, блин, по соседству с дебилами. Люди находятся. Вот это вы мне тут пишете. Сэр, ты разумеешь? Не. Поменем. Да. Сейчас вернусь. Ветик, если у меня свет будет, муж есть, мужа нет. Красотка, спасибо. Если бы я еще понимала, где он находится, чем ты пишешь, что нам, слава богу, не нужен был. Привет, милашка, привет. Привет, красотка, привет. Ну, здравствуй, ну, здравствуй. Я не знала, что эта песня, она про Кривой Рог поет. Я знала. Мне на капец как понравилось, когда только вышла. Что это какая начала и понимаю. Ну, думаю, еще характер сложный. Посмотрела, кого посмотрела? Привет, привет. Ты что, так из Витки, ты подписку хочу. Я из Краматорска. Через 6 часов буду. Поздравишь Артема с днем рождения. Засуну 10 вас на стриму через полчаса, если еще будет идти. Да мне не сложно, не надо, Роз. Поздравляю Артема с днем рождения. Привет.
плитки, звідки привіться промоторська. Скільки тобі років? 22. Я, звичайно, в Ютубі включила, не услышала. Нет, я ее из ТикТока первый раз услышала, потом добавила, но мне понравилось. Какие классные глазки, спасибо. Даже Артема поздравила. Нет, к тебе вообще лично приезжала. Угу. Супротив женопошки характер. Ну, не. И после этого нет. Так мы, извините, тогда не общались. Давно в Киеве. Нет, второй месяц. Давай знаем эти сопросуния. Давай. Только мне сейчас свет могут вырубить, и эфир пропадет. Ну, давай. Блин, я водки захотел. Ветик, бросай пить. Держишь. Я бы тебя не надо говорить, что ты меня бы. Как не видишь, что все это природный колер ручей. Это природный колер ручей. А вы откуда? Я из Краматорска. Ветик. Интересно, ближе познакомиться, погулять. А ты откуда? Я просто не помню. Ну, что ты откуда-то из Донецка, я помню, по-моему. Какие тебе парни нравятся? Да, там огромный список. Вы модель? Не, не модель. Это из Донецка. Привет, привет. Капец, какая милая штука. Спасибо большое. А с Луганска? Вот, с Луганска. Извини, перепутала. Я просто помню, что ты где-то рядом. Ну все, наверное, цель больше не надо ставить, потому что сейчас, если свет вырубят, спасибо. Спасибо, спасибо. Сейчас в Ужгороде. О, в Ганске о своих узнали. Фоксик, зачем ты топчешься по ней? Она и так мягкая, ты можешь и так на ней спать. Красивая улыбка, спасибо большое. Ты откуда? Я из Краматорска. Ты как бегаешь с вокзала. Спасибо.